Здравствуйте, друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня делаю картофельные лепешки. Вот картошку натерла на вот такую крупную терку. Вот видите, какой. 6 яичек. Луковицу нарезала ножом. Мука поперчила, посолила. Вот это все смешаю и буду жарить лепешечки. Вот такая горка у меня получилась картофельных лепешечек. Пожалуйста, угощайтесь. Сок томатный и картофельные лепешечки. Это маленькие, это большие. В предыдущем видео я показывала вам каланхоя. Второе расцвело тоже. Вот первое каланхоя. И калачик там вырос. Вот цветом второе такое красивое. И рождественник зацвел. Смотрите, как красиво. Но это еще не все. Покажу вам сюрприз. В предыдущем видео показывала вам подснежники. Теперь они под снегом. Вот смотрите, какие. Печально, конечно. Но вот они. Бедненькие мои цветочки. Вот как. Я думаю, что они выживут. На этом все. Всем до свидания. Пока-пока.